Президент обсуждал с партийными представителями широкий спектр важнейших вопросов, от социальной и экономической обстановки в стране до вопросов безопасности. Ведь все это будет ключевым в работе нового парламента и сформированного позднее правительства. Президент встречается с всеми политическими партиями, которые вошли в парламент. Их 6 в этот раз. И ясно, что президента интересует, как каждая партия видит новую возможную коалицию. Ясно ведь, что эта коалиция будет как минимум состоится из 3 участников. И, разумеется, у президента есть и свои темы, что он считает очень важными. Это и благосостояние людей, это и вопросы безопасности. Тем не менее, вопрос формирования коалиции тоже будет обсуждаться в дальнейшем, хотя по итогам этих ознакомительных встреч никаких конкретных решений приниматься пока не будет. Так или иначе, все партии уже в той или иной манере описали то, как они видят коалиционную работу. Социал-демократы заявили, что не намерены сотрудничать с консерваторами, реформисты в очередной раз подтвердили, что работать вместе с центристами не будут. Консерваторы же пообещали не садиться за стол переговоров, пока не получат гарантии отмены закона о сожительстве. В общем, мы имеем действительно запутанный клубок интересов. Через 1,5 недели соберется руководство центристской партии, и мы будем принимать все решения. Если говорить лично обо мне, то тут есть 2 возможности. Я могу остаться в городе, где у меня сильные позиции, или отправиться в парламент. В любом случае о том, как будут развиваться события, пока говорить рановато. Сависар также сказал, что беседа с президентом была дружественной, и отметил, что Ильвес прекрасный дипломат, и с ним всегда легко общаться. Сегодняшние встречи с представителями 6 прошедших в парламент партий еще не означают, что решение о формировании коалиции будет принято завтра или послезавтра. У президента есть еще несколько недель. Алексей Иванов, Роман Васильев, Первый Балтийский канал.